Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон сегодня осмотрели выставку народного творчества Таджикистана. В экспозицию вошли более 200 ремесленных изделий, изготовленных из камня, дерева, глины и драгоценных металлов. Здесь же были представлены национальные костюмы с использованием традиционных орнаментов, картины известных таджикских художников и фотографии знаковых объектов Таджикистана. Это, да, вот, и работа, это очень хороший мастер.